Известный одинцовский педиатр-аллерголог Павел Бережанский стал победителем международного молодежного проекта «100 идей для СНГ». Он выиграл титул в борьбе с представителями 10 других государств Содружества. Победу молодому врачу принесла авторская программа ранней диагностики астмы у детей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что разработками Павла Бережанского уже заинтересовались специалисты из Министерства здравоохранения Белоруссии и Приднестровья.